Дувдиван. Дувдиван Вишни – элитное спецподразделение армии обороны Израиля Цахал. Было основано в конце 1987, начале 1988 года. Годом позднее было создано аналогичное подразделение Саерит Шимшон. В 1996 году, после того, как в результате заключенного договора между Израилем и Организацией освобождения Палестины ОПЭ, 1993 год, сектор Газа перешел под управление палестинцев, подразделение Саерит Шимшон было расформировано, часть бойцов была переведена в Дувдиван. Действует спецподразделение в Иудее и Самарии с целью выявления и захвата палестинских террористов. Первоначальные задачи подразделения – арест организаторов демонстраций. Подобная работа продолжалась около двух лет. На сегодняшний день основная цель подразделения – захват и уничтожение вооруженных террористов и их лидеров, а также объектов террористической инфраструктуры, снабжение разведанными командования Цахала. Часть подразделения, которая постоянно работает, маскируясь под арабское население, носит название Мистарвим. В годы первой интифады бойцами подразделения было проведено более 70% всех операций по аресту палестинских боевиков. В 1992 году Первый канал израильского ТВ показал сюжет о действиях псевдо-арабских подразделений Израиля. В конце сентября 2000 год начались массовые беспорядки в арабских городах на севере Израиля и по всей Иудее и Самарии, моментально перешедшие в мини-войну. За период с октября 2000 год по июль 2004 год было проведено более 2000 операций. Дувдиван укомплектовывается срочниками, как и остальной израильский спецназ. Но тестирование гораздо строже и обеспечивает подбор бойцов, изначально удовлетворяющих специфики действий этого отряда. Прежде чем получить допуск к участию в боевых операциях, они проходят длительную подготовку, 15 месяцев, включающую помимо других дисциплин изучение арабского языка, истории и культурных обычаев арабов, психологии их поведения. Поскольку служба в Дувдиване предполагает постоянное пребывание среди враждебно настроенного населения и всевозможные стычки практически неизбежны, то много времени уделяется освоению приемов рукопашного боя. Во главе подразделения стоит офицер в звании подполковника. В настоящее время Дувдиваном командует бывший командир одного из отрядов специального назначения пехоты. Специальный отбор, обдуманное и последовательное обучение, опытные командиры и отработанная до мелочей тактика позволяют элитному спецподразделению и сегодня быть грозой террористов. По состоянию на 2014 год в подразделении проходит службу единственная женщина, полевой врач в звании капитана. За десятилетие 1994-2004 подразделению удалось обезвредить свыше 600 активных террористов. В 2015 году Дувдиван включен в состав 89-й бригады специального назначения ОС-команда. Спасибо за просмотр.